успіх демократичних перетворень в Україні і перебудова всіх сфер суспільного життя, створення повноцінної правової держави багато в чому залежить від активної участі громадян у цьому процесі. Складовою такої участі є правоохоронна та правозахисна діяльність населення. Це вагомий важіль, здатний вплинути на дотримання законності, зниження рівня злочинності та правопорушень. Будь-які заходи не призведуть до кардинального поліпшення ситуації, доки зусилля поліції не отримують широкої підтримки з боку населення. Законом України про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону визначені основні засади діяльності громадських формувань. Їх основне завдання – допомога правоохоронним органам. Це, прежде всего, патрулювання вулиць, це допомога органам на сьогодні, поліції вже, в поддержании общественного порядка, это участие в рейдах, это помощь в раскрытии преступлений, правонарушений, документировании их, другая подобная деятельность. Составляется график патрулирований, ну, помощи органам внутренних дел. Согласно этого графика, в зависимости от возможности человека, естественно, каждый член громадского общественного формирования, он, ну, обычно работает, и понятно, что он не может каждый день заступать на патрулирование, поэтому создается плавающий график, и человек, когда может, 2-3 часа в день, может быть, в неделю, в зависимости, как я говорю, уже от возможностей, он помогает органам внутренних дел. Есть мероприятия, где мы, скажем так, ночью совместно с милицией отрабатываем район, питейные заведения, притоны различные, там занимаемся борьбой с наркотиками. Есть ряд публикаций в прессе, в социальных сетях, вот, снос там пивных палаток, незаконных там киосков и прочего всего. Как дополнительное звено в помощь правоохранительным органам. Я убежден в том, что правоохранительные органы тоже понимают, что такие формирования нужны, но они убеждены в том, что нужны они контролируемые и профессиональные. Крім того, громадські формування допомагають правоохоронцям у здійсненні контролю за певними категоріями населення. У нас ведь є дуже велика частина підотчетного елементу. На сьогодні тільки по місту Ніколаєву у нас порядка 3 тисяч раніше судимих лиц, і, ну, за которыми нужен контроль. Служба участкових інспекторів на сьогодні сокращена, предполагається після аттестації ще сокращення определенне. Контроль непосредственно за этими лицами осуществляют участковые инспектора и плюс члены общественных формирований. Реальную помощь, конечно, они оказывают. 3000 человек, помимо этого семейные дебошеры 1500, помимо этого проверка тех же, мы ж не забывайте, что у нас есть владельцы оружия, охотники, да, так называемые, их очень много. По городу Николаеву это до 10 тысяч. Понятно, что это в основном люди лояльные, прошли определенный отбор, но ситуация меняется, и у нас есть факты, когда человек психически больной встает, надо это оружие изымать. То есть контроль необходим. И для такой массы людей, скажем так, вот это количество общественных формирований, и которые непосредственно работают, помогают, конечно, оно надо. На сегодня это необходимость. По годовой статистике у нас раскрыто совместно с Ленинским РОВД 253 преступления. Это в основном наркотики, кражи. Даже там были случаи, когда член нашего формирования пришел домой и у себя в квартире поймал грабителя. Арестовал его и вызвал милицию. Значно підвищилась активность громадских формувань после подій Евромайдана. На все эти мероприятия выезжали именно мы. И именно мы общались с людьми, когда перекрывались мосты, блокировались воинские части, когда, скажем, мы обращались и в обладминистрацию, и в мэрию города, когда на памятнике альшанцев там шабаш этот был. Мы, то есть, и именно общественные организации прекратили деятельность этого всего в городе. То есть власти как таковой не было. Все сидели, суды не принимали решения, милиция была, скажем, в таком состоянии, которая не знала вообще, что делать, когда их там побили на Майдане, они же оттуда выезжали, кто посадками, кто лесами, там их разоружали по дороге, там автобус спалили на этом самом. И у нас здесь стояли просто очереди людей, которые не знали, что делать, и говорили, помогите, что делать, посоветуйте, как дальше, как сегодня, то есть
именно благодаря общественным формированиям, общественным организациям, патриотам города. То есть сегодня мы в городе, у нас нету Донецка второго. Громадські формування діють на основі статуту, затвердженого відповідним територіальним правоохоронним органом. В уставі прописуються їх цілі, задачі, їхні права і обов'язки. Цей устав обов'язково согласовується з територіальним органом внутрішніх діл. Якщо це город Ніколаїв, то в даному випадку на сьогодні у нас вже немає міського управління, значить нашим обласним управлінням. Мы смотрим соответствие этого устава установленным законом рамкам. То есть там, естественно, должны быть, есть типовой устав, предусмотренный законом, которым, на который и ориентируются люди, которые создают общественное формирование. Сьогодні в області зареєстровано 90 громадських формувань, з них 17 в місті Миколаєві. Ефективность, конечно, разная у этих общественных формирований. У нас есть, скажем так, костяк формирований, которые работают уже давно. Это 4 формирования по городу Николаеву, они каждое по одному в каждом районе. Вот. Они созданы, наверное, уже лет 20 назад, вот, как минимум. Ну, это конец 90-х, начало 2000-х годов. И там костяк этих формирований, опять же, составляют либо бывшие наши сотрудники, которые ушли на пенсию, либо сотрудники, которые сталкивались непосредственно с правоохранительной системой. Это могут быть и сотрудники и прокуратуры, и СБУ. Вот они как бы составляют основу. С числа этих 4 формирований у нас есть 32 председателя опорных пунктов наших по городу Николаеву. И вот эти люди, они как бы вокруг себя и концентрируют, скажем так, наиболее активных членов формирования. Они являются наиболее компетентными и подготовленными, они и ведут приемы граждан в отсутствие участкового. По сути дела, многие из них являются в прошлом участковыми, которые сегодня находятся на пенсии. На Миколаївщині працюють 152 опорних пункти, в яких активісти здійснюють прийом громадян на допомогу дільничним інспекторам. В определенные дни, это вторник, четверг и суббота, участковый ведет прием граждан на этих опорных. В понедельник, среду и пятницу ведут прием граждан именно люди из числа членов общественных формирований. То есть таким образом у нас 6 дней из 7 в неделю перекрывается график приема граждан. Під час своєї правоохоронної діяльності учасники громадських формувань можуть використовувати спеціальні засоби і травматичну зброю. Максимум, що допускає закон, це спецсредства, тобто це балончики газові, це газовий пістолет може бути, це наручники, ну, опять же, це общественні помощники участкового, їм положено таке. І розрішення можуть вони отримати на травматичне оружие. Для того, щоб отримати дозвіл на придбання і використання травматичної зброї, необхідно зібрати низку документів. Сьогодні чоловік вступає в організацію, він пред'являє справку нарколога, справку психіатра, він пред'являє запрос з інформаційного центру, предоставляє всі документи, які їдуть в НДКЦ, отстреливает гильзы, заносится в базу, все это. Потом мы, вступая в организацию, мы отдаем ему все эти документы, он идет в разрешительную систему, платит все необходимые взносы, которые придумало государство, в разрешительную систему. И разрешительная система ему выдает удостоверение о том, что он является владельцем такого-то огнестрельного, ну, вернее, травматического оружия, и он с этим травматическим оружием имеет право, согласно статье 13.14 закона об оружии, имеет право применять его только тогда, когда он несет охрану общественного порядка. Что такое охрана общественного порядка? Он приходит в определенное время, согласно письма, графика, приезжает человек в Ленинский райотдел, проходит инструктаж и заступает на охрану общественного порядка с милиционерами. Сами по себе мы не ходим. Незважаючи на можливість використання спеціальних засобів, повноваження громадських формувань досить обмежені. Тратим своє время личное, да, то есть свой бензин, свой транспорт, и фактически, когда выносится протокол или решение, то есть мы, ну, в дальнейшем мы как-то так все это проходит, мы не контролируем, и то есть человек может прийти там в любой инстанции договориться, ну, к примеру, вот то же самое питейное заведение. Милиция выписывает, отдает, они идут в суд, суд им выносит 50 гривен
ну, 51 гривну штрафа, да, то есть мы тратим на это день, два, три, четыре, неделя, месяц, два, там, да, то есть проходит время, человек пришел, там, договорился, 51 гривну заплатив і торгує далі. Вже кілька років в Миколаєві працює міська програма «Правопорядок». Нею, зокрема, передбачена підтримка громадських формувань. Виділення коштів з міського бюджету на фінансування заходів програми цього року стало темою численних дискусій. Проєкт рішення, запропонований на розгляд бюджетної сесії міської ради, викликав цілу низку зауважень з боку депутатів. Заостряли внимание на этой программе две фракции, это «Самопомощь» и «Наш край». «Наш край» выступил за то, что менять ничего не нужно. Собственно, аргументом Юрия Исаевича было то, что эта программа действует давно. Эти формирования, под которые конкретно выделено финансирование, самые старые в городе, и поэтому их надо финансировать. Все. Для самопомощи аргументом это не стало. Основные вопросы, которые возникли у депутатов, это вопросы развертывания, на что именно выделяются деньги. То есть многие громадские формования, некоторые громадские формования восприняли эти вопросы как личную претензию к ним. Это неправильно, никаких личных претензий к каким-то индивидуальным громадским формуванием у нас нет. Есть вопросы к тому, как составлена программа и к принципу распределения денег. Депутати впевнені, розподіл бюджетних коштів – питання, що потребує більш зваженого підходу та максимальної конкретики. Я думаю, любой ответственный депутат, который поклялся перед своими избирателями, что будет следить за тем, как расходуются их деньги, ну, соответственно, бюджетные деньги, должен заинтересоваться, когда в программе просто прописаны общими фразами, ну, условно, 800 тысяч на все хорошее. То есть для детального разбора и для того, чтобы с ответственностью сказать, что ты поддерживаешь это выделение денег и эту программу, этого мало. То есть если это выделяются деньги на оплату труда каких-то людей, мы должны понимать, что это за люди, что они будут делать и кто будет отвечать в случае, если эта работа не будет сделана. Ну и плюс нужно понимать, какая именно работа. Если это на какие-то на материальную поддержку, как разворачивали уже потом устно, что это на оплату арендной платы, мы должны понимать, что это за арендная плата, кто ее получает, что это за помещение, чьи они и так далее. То есть вопрос требует изучения, и в таком случае депутат может ответственно сказать и отчитаться перед своими избирателями о том, что он действительно знает, и он ответственно поддерживает на что, то направление, на которое выделяются деньги. Это любой человек мог взять эту программу и понять, сколько именно денег бюджетных, а соответственно и его в какой-то части тратятся непосредственно на это направление, и что за эти деньги горожане получают. То есть если за счет вот этих выделения этих средств и поддержки общественных формирований мы получаем больше опорных пунктов рабочих, в которые люди могут обратиться, то пусть это будет открытый список этих опорных пунктов, чтобы человек реально понимал и горожане реально понимали, что, чего они лишаются в случае, если эти деньги не будут выделены. Кошти, передбачені цією програмою, здебільшого призначені на заробітну плату начальникам опорних пунктів з охорони громадського порядку. Часть из этих денег, она идет еще на оплату аренды. У нас есть отделение милиции на водопое. Водопой, как вы знаете, очень большая часть Ленинского района, это частный сектор, довольно криминогенная часть. Если мы не будем финансировать это отделение полиции на сегодня, плюс утратим этих общественных формирований, я думаю, город гораздо больше потеряет в этом плане, в плане охраны общественного порядка и контроля за криминогенной ситуацией. Когда начали уже постфактум, как говорится, разбираться и рыться, куда именно уходят эти деньги, нашли, что некоторые небольшие, но все-таки деньги распределяются вроде на нужные вещи, но с нарушением порядка. Вот. Поэтому сейчас требуется от чиновников, которые были ответственны за составление этой программы, за отведенный срок, переработать ее, обновить, привести полное соответствие с нормами и с требованиями закона и подать
уже в обновленном виде на рассмотрение депутатов. Крім того, народні обранці не задоволені переліком громадських формувань, яким передбачено виділення коштів. У проєкті рішення їх 4. Це найбільші та найстаріші об'єднання миколаївців, небайдужих до громадського порядку у місті. Принцип «хто перший був», ну, на данный момент, я думаю, уже действовать не должен. Тот, кто действительно желает приносить пользу городу, тот, кто действительно выполняет какую-то работу, тот и должен получать от города благодарность и поддержку. Более того, ну, это моя позиция в том плане, что город должен поддерживать среду для работы, то есть основу какую-то материальную для работы общественных формирований, доступную для всех общественных формирований, а не выписанную специально под конкретных лиц. То есть, когда мы закладываем в программу конкретные названия, мы всех остальных желающих приносить пользу городу, по сути, отсекаем. З приводу доцільності створення і функціонування громадських формувань існують різні точки зору. Моє мнение, що сьогодні необхідні такі організації в цілому, но тільки, як я сказав, професіональні. Те, которые имеют какую-то наработку, материально-техническую базу, те, которые могут что-то показать о себе, показать подготовку, показать свой профессионализм и обмениваться опытом с правоохранительными органами, помогая друг другу. На сегодняшний день, скажем так, нам необходимо, как и Украине в целом, так и городу Николаеву, понятие коллективной безопасности. Сегодня, как и люди объединяются, как и структуры объединяются, чтобы друг другу помогать, общественные организации. Втім, об'єднувати зусилля у досягненні спільної мети – безпеки у місті – прагнуть далеко не всі. Хотя вроде бы идея одна, да, то ли вопрос безопасности, то ли вопрос какой-то там благотворительности системы, еще разных направлений общественной деятельности и деятельности громадских формирований. Я считаю, что объединяться не хотят именно те формирования, которые на сегодняшний день преследуют свои какие-то личные цели, а не цели вопроса коллективной безопасности, не цели в цілому безпеки міста. Серед об'єднань, яким надається фінансова підтримка з боку місцевої влади, громадське формування з охорони громадського порядку Ленінського району міста Миколаєва «Захист». Воно було створено у 2002 році. Всі пам'ятають 90-ті роки, да, там 2000-ті, розгул преступності, і було прийнято рішення створити громадські організації по охороні громадського порядку для допомоги міліції, участковим інспекторам. Значит, организацию «Захист», громадское формирование «Захист» создавал Христофоров Александр Валентинович. Это, скажем так, легенда уголовного розыска. Он всю жизнь проработал в уголовном розыске. Создавал план «Перехват Сирена», по которому работал весь Советский Союз. «Захист» с момента своего создания занимался охраной порядка, охраной футбола, городских мероприятий, охраной новогодних елок, охраной сессии горисполкома, помощи в поимке безбилетчиков «Электротранс», суд присяжних, комісії по благоустройству, стихійні ринки. До речі, «Захист» є організацією, яка відкрита до співпраці з іншими об'єднаннями активних громадян. За 3 роки существування нашої організації в цілому ми побачили тенденцію того, що формирований багато, а толку ніякого. Толк був і є, і сьогодні він буде завжди. А тих організацій, які діяли професіонально, вони були путем махновства. И одна из таких организаций, которая была ранее, была уже «Захист». Мы АДПР как создавались, мы создавались как общественная организация правозащитная, сферы права. И понимая, что силовой организации нужна сфера права, а сфере права нужна где-то поддержка, и в этом ключе мы заключили такой документ, как меморандум о политике взаимоотношений, где мы друг другу помогаем, будь то правовой помощью, будь то личным составом. Питання фінансової допомоги громадським формуванням з міського бюджету мають вирішити депутати під час найближчих сесій. Але активісти впевнені, що свою правоохоронну діяльність вони продовжать незалежно від підтримки з боку влади. Ті формування, які сьогодні, можливо, до кінця буде закон знятий чи ні, но имеют лицензию охранной структуры и имеют идею помощи правоохранительным органам и государству в целом, я убежден, что даже такие формирования не расформируются, все равно будут продолжать свою деятельность. И если даже доход будет не с бюджета, то на самофинансирование путем обеспечения безопасности тех либо иных клиентов
И при этом же соблюдая, держа ту идею, которая вот есть, коллективная безопасность, помогая друг другу, делать, что у нас происходит, контролировать соблюдение закона, ибо мы все в резервуаре общества, мы все должны помогать сегодня соблюдать закон.